только что въехали в Казань. Время 13:44 по московскому. Выехали мы где-то, ну, встал я, по крайней мере, в 2 утра или ночи, уже нет, точно не определить. В 2 сутки. В 2 сутки. А мы отыграли, отвоевались. В общем, что я могу сказать? Ну вас нахуй с вашим страйкболом, лучше бы я бухал. Конечно, тяжела и неказиста жизнь страйкболиста в обороне. Пит, вас сейчас сменят Форд и Евген. Принял, уже туда с миномет работает. Ну, и минчик мы испытали, мы наконец-то. Да, миномет шикарно отработал. Великолепно, все были в восторге. Сторона противника тоже, ну, судя по диким морам, с той стороны. Прикройте столь! Берёшь, левый берёшь, вот, дороги. Стой! Блять! Готов! Продвигаемся, продвигаемся вперед! Держу! Потихоньку вперед, по бокам! Держу! Блять, на 10 минут. Оп. Пустой! Готов! Ну, на самом деле, игра была очень-очень даже, море впечатлений. ЕРПГ. Да, я опять попрактиковался в качестве медика, опять на том же человеке, опять на той же руке. Все нормально. В общем, РПГ доделывают. Вот этих вот не допускать. Они что-то по центру все время дымят, нахуя так? Я собрал целый пулемет из говна и спичек. Он вроде бы даже стрелял. И еще им можно было прикурить. Да, им можно было прикурить, похоже. Ну, в принципе, да, ЗАГС его давал и прикуривал. Ну, вот пока такое маленькое-миленькое впечатление о том, то, что мы бегали, валялись в лесу. Ползали. Ждали, пока к нам пришлют подкрепление. В итоге подкрепление не пришло через 40 минут даже. И пришел один человек и сказал, а я просто заблудился. Пойдемте все вместе обратно. И мы бежали с 30-литровой канистрой через... далеко. Финиш. Финиш.
брат молоко. Как оно за себя, чтобы что-то сошло. Как острог перебрав, нужно вымочить зря. Было сердце твое, принести часть огня. Миллиарды сердец, будто в этом огне. Загоняется сталью бесконечной войне. Выгорает в лёг, и преступный алмаз. Так и ты сидёшь, и ты один из нас. Убреги будет все. Но в любом случае, дикий всем респект, ребят. Офигенно отыграли. Было очень круто. Спасибо Radiohead'у за такую игру. Все не спим, все еще доезжаем домой. Всем счастливо и до новых встреч. Yeah.